Привет всем, ребята. Привет. Куда мы пошли? Сегодня пятница, вечер, и мы решили поужинать вместе с семьей. И мы сейчас находимся на станции Баюн Парк. И здесь большой торговый центр. Мы пошли погулять здесь и поужинать. Еще недавно он был пустой, да? Да, совсем пустой был. Год назад был пустой. Уникло здесь. Так, ну что, девчата, кушать пойдем? Да! Куда пойдем? Скоро будет Новый год! О, Новый год, ты уже видишь, да? Вон всякие шарики, смотри. Да. Ёлка. И сейчас 5 садиков и будет Рождество. Вероника, как до дембеля считает, 5 садиков. А тебе сколько школ осталось до Нового года? Тоже 5. Ну, молодцы. Чипсы мясные. Хотите, очень не дорого, хотите? Очень дорого. 15 юаней. 50 грамм. 50 грамм. 23 юаня, 50 грамм. Дело, ты знаешь, даже не в дороговизне, а мне кажется, это невкусно. Хотя это вот это может быть еще ничего, да? Да, сладковато, скорее всего. О. А вот чипсы какие-то, да, смотри? Я хочу попробовать. Пойдемте дальше. Сукия. Да. Такое нормальное, не матершинное название. Мы это кушали, по-моему. Ну, не здесь конкретно, а в похожем месте. Мне вот эта пластмассовая еда нравится. Вообще, да? Можно посмотреть и, в принципе, представить, что ты будешь кушать. Пойдем. Я себе заказал грибной какой-то бульон. А я какой-то вон молочный, белый. Молочный. Мне как раз он почему-то не аппетитно выглядит. Я не хочу такого. Кушать будешь? Все, ребята, мы уселись. Мы сегодня сели так нестандартно, да, Кать? Да. Прям возле самого конвейера сели. И сели не за столом, а вот именно за индивидуально. Да, все столики все заняты, поэтому мы сели вот так вот. Вот, ребят, смотрите, мясо побольше, побольше. Вот эта свинина очень тонко нарезана. Она очень вкусная, с соусом. Соус я себе уже наготовил. А Вероника варит сама себе еду. А я себе это попробовала. Там как кунжут, соевый соус, да? Я кушаю сама. Ты еду варишь, да? Я кушаю сама. Самостоятельная такая стала. Оля тут соус заготовила, да? А это варит. И варит сама себе. Уже такая большая, самостоятельная. Ты только не обожгись. Там горячо, ладно? Ребят, ну у меня уже тут кое-что сварилось. Я вот так вот беру это дело, все макаю в своем соусе. Маленько, чуть-чуть остренько. И это дело все заправляем. Соус обалденно. Ага, смотрите, покрасилась. А я пока пойду. Подожди, я тебе помогу, ладно? Ну что, получи? Мясо с вот этим соусом. Вкусно, да? Смотрите, я пробую. Ой, как это неаппетитно выглядит. Ну давай, пробуй. Вкусно? Китайская кухня. Okay.
тонко нарезана. Смотрите, она как вываривается. Прикольно. Мне она нравится. С соусом вообще вкусно. Так, берем. Раз. Соус. Это тебе Полина наложила? Уже вот это как-то неважно выглядит. Это точно мороженое? Полюш? Вам тут нравится, да, я так понимаю, да? Мороженое сама есть, да? Я сама умею. Сама? Ты уже второй раз мороженое ешь. Да. Не замерзнешь? Нет. Снегурочку не превратишься? Нет. В Дед Мороза превратишься? Нет. В елочку? Нет. Зайку беленького? Нет. А в кого? Ну не надо месить, там так красиво у тебя. Кать, немного перекусили, да? А пожрались в очередной раз? Я нормально, я честно слово нормально. Я много не ел. А много? Сосед. Давай, кидай! Полинка накопила денежки и сейчас их тратит. Ходит вон к ним менять. А. А ты там? О, о. О, вот это не кань, ну, тут много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот. Шига. Это убирай. Это убирай? А. А, я богат, я богат. Мы взяли вот такой вот. И сейчас она нам готовит. Ну, Ника, ну давай. За дно держи, но она сейчас упадет. Крышка открывается. Крышка открывается. И может упасть. За крышку там держишь. Мне вкусно. Это наш большой автомат. Нужно выиграть дефектки и шоколадки. Да? Да. Новый год, ребята. Ёлка! Ёлочка! Пойдем под елочкой посмотрим, может подарки там? Да, давай посмотрим, может подарки настоящие. Возьмем, откроем и все. Сейчас только что проходили мимо и Полина прочитала иероглифы на здании. Ну что, будешь читать еще? Давай. Где-то там была шала. Прекрасная рождественская обстановка сегодня в Гуанчжоу. И очень красивая большая елка. И очень вкусные коктейли. Было классно, правда, елка большая, красивая. Рождественская музыка, рождественское настроение. Все прилавки украшены перед Рождеством. Вкусный ужин, хорошие коктейли. Все, ребята, ставьте лайки. Ставьте лайки, если вам нравится. Да, пишите комментарии. Все, пока.